И всем привет, мои хорошие, меня зовут Максим, канал GG Family. Продолжаем, а скорее всего уже точно заканчиваем God of War. Так, мы же можем тыпнуться. Тут нам далеко плыть, я так понимаю. Ну да, это сюда, потом туда, потом... Окей, давайте тыпнемся и все. Нам вновь надо вернуться в тронный зал. Я так его назову, наверное. Вот, и сможем открыть, наконец-таки, проход. Эх, жаль. Башня поглотила камень единства. А я бы хотела еще полетать. Да? Да, надо же, какая жалость. Могу тебе устроить. И все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в Йотунхейм? Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что неважно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Ну да. Смотрите, просто диалог надо было послушать, и после этого перемещаемся. Чуваки, вы как тут? Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что. Я понял тебя. Найди его в ваших интересах. Потом найдем. Ура! Скоро мы увидим великана! Ну, если все пойдет как задумано... Давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно. Я уж надеюсь. Так, а глазки твои куда поставить, я не понял. Так, Йотун. Нет. Нифель нет. Асгард нет. Тоже не то. Там мы уже два раза были. Тут тоже. Погнали. Сын, голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Стой, об этом я не думаю. Может, это стоит сперва обсудить? Да, поздно. Нет, уже. Все будет хорошо. Поздняк. Готов. Метаться, как говорится. Ой, ох. Неприятно. Ну а что поделать? Давай, сын. Я думаю, получилось. Смотри. Да, отлично вышло. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. Че, присмотрите за ним? О, нет. Нет, 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 нет. Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ладно, хоть не в нее блеванул. Ну ладно. Так, только ничего с ней не делай. Брок, я знаю. Готов. Тебя. Идем. Не, реально, пацаны, не надо с ними что делать. Атрей, не торопись так сильно.
Блин, мне не верится на самом деле, что мы уже все. Подходит к концу наша игра. Атрей, подожди. Не торопись. Нихера не видно. А, во. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. 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 Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Следы от цепей. Может, пойдем? Цель так близка. Пойдем, пойдем. Сын. Ты же хотел, неси давай. Неси. Блин, круто, а. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Ну да, в принципе, тут должны быть великаны. Если они... Их, как я понимаю, всех перебили, но здесь они... должны быть живыми. Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Один и Тор — разрушители всего. Так, тут еще на что-то можно было нажать. Так, ну-ка. Все, смотрим. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Совсем мало. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж? Ну да, они просто... Пришлось им бежать, потому что... Не давали им там жизни. Один решил их убить. Но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Стой! Отец! Что-то происходит!
Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. О, нифига себе. Когда встретили мирового змея. Тут предсказание. И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Про тебя. Это все про тебя. Точно. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. Чего? Офигеть. И я великан. Это ж что ж за смесь-то такая получилась? Великан и... Почему она скрыла? Бог. Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Точно. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Блин, аж ком в горле. Тут нарисовано, что Кратос мертв, лежит на коленях. О, Трея, офигеть. Я только не пойму, это то, что будет или то, что могло быть. Может быть, мы изменили тут. Вот Атрей идет куда-то с волками. Блин, ну вот эта стена разрушена. Очень жаль, блин. Ох. Смотри. Это мамина. Она была здесь. Отпечаток руки. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Пойдем. Ой. Ты что, сам не можешь залезть, пацан? Атрей, пойдем. Не буду тебя больше пацаном называть. Так и быть. Да блин, шнур, уйди. Уйди, шнур. Так, ну тут вряд ли уже какие-то тайники, мне кажется, будут. Это все, это финал. Смотрите, кто-то лежит. Их всех поубивали, походу. Всех великанов. Она, наверное, это хотела показать, что... Отец. Нет. Сделаем это вместе. Получается, может быть, Атрей даже самый последний великан. Сын.
Получается, мы принесли ее, привели к своим родным. Прощай, Фэй. Люблю тебя, мама. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Может быть, и правильно. Хорошо, что голова осталась внизу, и об этом ей лучше, наверное, не знать. Раз мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? Ну да. И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Но мы все знаем, кто такой Локи. Тут все больше и больше на голову сваливается. Ясно, и почему она хотела быть здесь, вместе с родными? Я не представляю, не понимаю, как это все. Она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! Ну так что? Какое решение ты примешь? А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Хм. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Мимир не слышал. Так, мне написали про тайную концовку. И мы сейчас попробуем ее сделать. Если я правильно понял, что нам... Ты куда-то провалился. Вот смотришь. Пойдем. Блин, как выйти-то отсюда теперь? Если теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Хм, странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Но... Я надеюсь, потому что Локи так себе бог. Он же бог. Блять, бошку бросили. Ну вы чё? Ох, как я вам рад. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда.
Исследуйте мир вместе с Атреем. Продолжайте исследовать мир, выполняйте просьбы гномов, освобождайте драконов, путешествуйте в Муспельхейм, Нифльхейм, приносите в лавку новые предметы и создавайте снаряжение, которое позволит вам победить всех оскверненных валькирий. Хорошо, это мы сделаем. Ой, теперь еще и еда на карте отметили. Замечательно. А, ну и вот, вот так вот, да, теперь помещается. То, что тут можно что-то найти, тут можно найти. Что за топор? А, разрыв, окей. Так вот валькирии, да? Так, а я могу тэпнуться? Нет, отсюда? Нет, не могу. Хорошо, я понял. Нам теперь надо переместиться обратно в наш мир. В Асгард. И отправиться домой. А, ой, Мидгард. Асгард. Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Давай. Больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Почему? Знамение, что приближается зима. А, и зима идет, да? Зима, а великая зима, которая продлится 3 лета, а после нее начнется Рагнарёк. А, эту я историю точно знаю, тоже снега. Знаю. Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Но это на зря, что не подумало обо мне. Я же о нем подумал потом уже. Ну и где эти гномики, которые бросили головёху? М? Говорю тебе, это Фимбул Винтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни, просто говорим о погоде. А, вот они о чем говорили. Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да. Мы слышали, уже слышали эту историю. Если идете домой, постарайтесь не останавливаться и не умереть. А если не идете домой, то же самое. Окей, ладно, постараемся. У нас телепортик там должен быть возле дома. Нам сейчас надо отправиться домой, чтобы посмотреть настоящую концовку. Потому что, ну, как бы... После этого мы, конечно же, не закончим еще... Вот, Диколесье. Мы не закончим игру. А мы будем ходить, все сокровища найдем, убьем, освободим, то есть, всех валькирий. Братья, пока вы были в Йотунхейме, произошло еще кое-что. Что-что? Ну, говори. Это насчет Фрей. Она была у меня. Ты снова околдован? Нет-нет. Ну... Вряд ли. Я решил ответить на все ее вопросы, чтобы в Сейдер не было необходимости. Что ты ей сказал? То, что знаю о том, где Один хранил ее крылья. Кажется, она хочет вернуть свой воинственный дух. Боюсь, что круговорот мщения не так-то легко прервать. Ну да. Если она... Так-то сейчас не слабенькая колдунья. Блин. Сейчас пугался. Ого. То если ей вернется ее воинственный дух там или что там. Наконец-то мы дома. Да, наконец-то мы дома. Кажется, прошла целая жизнь. Немного сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе. Кстати, подождите. Тут же у нас... А это зачем мне? Это мне ничем же сейчас не поможет. Мы же оттуда, получается, пришли, насколько я помню. Мы там были. Но это на всякий случай проверю. Вперед! Драуга!
Да ты куда... Ну, конечно, мы тут богов убиваем, а... Ага, конечно, да-да-да. Что... А чё они такие же... Что-то они какие-то дикие все стали. Нам, короче, нашего сейчас 5 уровня уже будет не хватать, походу. Ой, ты какой косой-то, а? Вот, отлично. А еще раз. Ну, да. Пацаны, на, ну, все, успокойтесь. Блять, затрахали, а. С этим-то я разобрался бы, в принципе, без ульты даже. Туда можно его выкинуть? Нет. Тут ублюдки, а? Еще один. Да все уж. Не, ну с них ништяки, конечно. Фу, ты, Атрей, меня пугаешь. Или я здесь не был все-таки? Не, ну, наверное, все-таки был. Блин, а. Ей. Еще есть? Отлично. А, тут у нас это. Валькирия, понял. Вот для чего мы сюда пришли. Но не сейчас, не сейчас, не сейчас. Оу. Ну давай успей! Врагу не позавидуешь? Не позавидуешь. С него что-то выпало. Но я ничего не вижу. Не дадут до дому дойти? Не... Вот что за люди такие, а? Ладно, погнали домой, посмотрим концовочку, закончим. Прохождение сюжетной линии. И уже с новыми потом силами продолжим игру в поисках Валькирии и всех секретиков. Думаю, так. Так мы и поступим. Пора отдохнуть. Да, пора отдохнуть. Давай огонь разведем. Не надо? Ну ладно. Ладно, сойдет. Спи. Я уже. Уже он. А я не еще. Не еще, не уже. Спустя годы, значит, Рагнарёк это не было, что ли? Стой! Бери лук. Это сколько мы спали? Это странно, спустя годы. Так, а где мои ножи? Ножи? Ну это Тор, да? Я так понимаю. Ты кто такой? Давай, до свидания. Это Тор, да. Бог грома и молнии. И вот она, точно уже концовочка. Офигеть, блин, эпично, эпично. Ух. Думаю, это точно, да, все. Как я уже сказал, мы продолжим проходить. Хочу на 100% ее добить, эту игрушечку нашу, любимую с вами.
В общем, а пока всем спасибо огромное за просмотр всего прохождения. Ставьте лайк, если понравилось видео, понравилась игра. Конечно же, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, какие-то секретики, может быть, я что-то не знаю еще, какие-нибудь пасхалки или что-то вроде того. И, в принципе, все на этом. Увидимся совсем скоро в следующей серии. Пока-пока.